Как поймать картину? Привет, лисяне, гости, жители моего сказочного леса. Я немножко отекшая. И у нас ремонт. Дома делаю снаружи. Вот, я вам покажу. Влог начинаю в деревне у родителей на фоне своей же работы. Вот, поговорим сегодня о вышивке, начнем новый набор. Сделаем обзор на два набора. Один набор я привезла для племянницы. И вот с кем я сегодня сижу. Бубушка, привет. Скажи, булочка, привет всем. Привет. Загрызла мой костыль. Лечит меня. Без костылей же, да, я буду лучше бегать с булочкой. Ну и внимательно следить за рабочими, чтобы они там все хорошо строили. Бубушка. Деловая шабака такая. Начинаю свой обзор на набор с вот такой картинки. Я предлагаю вам догадаться, что там. Поставьте на паузу, вглядитесь. Я уже начала немножечко вышивать. Покажу обратную сторону, изнанку. Там совсем чуть-чуть. И вглядитесь, какая здесь, какой разброс одиночек просто. Не знаю, что получится, не знаю, как получится, но это будет самый медленный процесс на лето, а то и гораздо больше. Именно на поездке на природу, в деревню, чтобы занять руки, чтобы не скучать. Вот, поэтому буду медленно. Это последний набор, который у меня остался вот с нанесенной канвой, чтобы схему не возить. Но схему я все равно привезла и разочаровалась. А в чем разочарование, вы узнаете чуть-чуть попозже. Пока предлагаю все крупно, мелко, Предлагаю крупно посмотреть все эти мелкости или мелкокрупности. Вот такая мелкотня. И такая. Ну что-то угадывается хотя бы что-то. Пишите в комментариях. Буду рада обратной связи, общению. Вот. Частями. Очень похожие цвета, оттенки. Сейчас я вам покажу палитру, вообще цветовую гамму. Я не могу сказать, что это логичные пятна. Какие-то пятна, да, логичные, а какие-то совершенно вот просто одиночки. Нелогичные. Давайте смотреть цвета. Цветовая гамма у нас вот такая. Зеленые, очень много оттенков зеленого, рыжего. Розового, кстати, очень. Больше всего, наверное, да, розового. И коричневого. Есть еще вторая палеточка. Вот. Две иголочки, все как надо. Joy Sand, я пока на них не жалуюсь. Пропечатка рисунка вот на конве схемы идеальная. Просто клеточка в клеточку. Вы знаете, я щепетильно к этому отношусь. И все было хорошо. Покупала этот набор за совершенно недорого. Ну, опять же, рублей за 600. 500-600. Прямо на сайте. Прям понятно, что на сайте AliExpress и в магазине именно Joy Sunday Factory. Не выбирайте посредников. Вот я видела, что девчонки жалуются, что купила за две цены русского набора, допустим. Китайский аналог. Но это все лишь от нашей глупости, от нашего неумения пользоваться интернетом, предложенными сайтами. Перекупы даже есть на AliExpress, которые у Joy Sunday покупают, пишут аннотацию, пишут, рекламируют, продают вам, накручивая уже цену себе. Вот. Всякое бывает, нужно внимательнее просто смотреть и описание. И на название магазинов поглядывать иногда. Потому что, не знаю, ни разу пока не косячил Joy Sunday. Да, у них все аляписто. Да, у них все возможно, что они не воруют.
что они сами делают эти схемы, потому что по крестикам они проще, чем оригинал, гораздо проще, где можно сэкономить, они экономят. Если в оригинале полная зашивка, и встречается много белого, то они оставляют фон, как есть. Может быть, в чем-то это и плюс. Поэтому, не знаю, мне жаловаться пока на Joy Sunday не за что. И вообще ни к чему. Ну что, друзья, давайте посмотрим схему, после которой вам станет гораздо более ясно, что вообще я имела в виду, что я вышиваю на данный момент в деревне. Привезли к нам в спальню наши картины. Повесили. Пустенько, конечно, пока тут. Но все-таки. И там за окном сказочный лес. Тут цветочки, цветочки. Эльфука живет. И лес. Небо сегодня шикарное просто вообще. Кинематографично-драматичная, назовем его так, стройка. Вы не обращайте внимания. Такой одуванчик возле гольфа, возле колеса. Один стол пришлось отдать цветам. То есть у нас было два стола вдоль стены. Мы отдали цветам, потому что они горят на окне. Очень солнце сильное, жаркое. И изменения немножечко в этой стенке. Мы купили в фикс-прайсе вот такие короба. Туда поместили то, что такое сыпучее. Классные. Гостевая комната на втором этаже. Тут тоже у мамы цветочки. Традисканция моя. Она как-то сама обновляется, они сами отваливаются и новые растут. То есть ее даже не надо размножать. Смотрите, какой огромный спатифилум просто. Он сам по себе цветет, он круглый год цвел. Сейчас что-то решил отдохнуть, пусть отдыхает. Подустал немножко. Как всегда, частокол от собак и кошек. И что у нас тут? А тут у нас герани. Тут у нас калатея макоя. Ой, герани. Белая и бордовая, красивая. И вид на улицу Комарова. Туда дальше идет улица Комарова. Мы примерно посередине находимся. Станция в длину 3 километра, а в ширину метров 500, может быть. Хотя, может быть, и больше. Сейчас. Опять же, небо, птицы. Небо шикарное, как будто кто-то вату разбросал. Красота. Люблю герань. Ну, а мы давайте пойдем посмотрим набор, который я приготовила для племянницы Насти, чтобы поучить ее, как микрофон, вышивать бисером. Пойдемте посмотрим. Схема у нас мелкая. Начала вышивать я с, получается, левого нижнего угла. Она очень мелкая, вот к слову, мой палец. Это почти 10 клеток. То есть я ее прямо глазам подношу, чтобы хоть что-то видеть. И потому что издалека она мелкая и тонкая. Вот эти десятки, знаменитые, очень старый набор, просто древний, он давно есть на AliExpress.
154 на 196 клеточек. У меня 14 каунт с нанесенным рисунком. Как мы уже давно поняли, вышивать нужно в две нити и бэкстич в одну. Бэкстичи я здесь пока не видела. Вот получается full stitch, full stitch, full stitch. Все. Полный крест везде. Три колонки. 37 цветов. Ну вот я, как и говорила в теге, больше 38 мне пока не попадалось. Вот, вышивать их буду в две нити. Сейчас я посмотрю, может быть. Получается, схема расположена на двух листах. И чуточка, прям вот чуточка вот здесь. Буквально пол глазика и ушко. Ну вот, бэкстич. А вот это? Нет, это залом. Это не бэк. Вот такие вот листятки. Красивые. Схема разочаровала, она очень тонкая. Прям быстро износится. У меня толстенные схемы иногда изнашиваются. Ну и покажу вам, как выглядит превью. Превью вот. Joy Sunday, Cross Stitch, все понятно, все хорошо, все стандартно, стандартная старинная обложка, не знаю, может быть сейчас, я давно заказывала, года полтора, наверное, назад, а может и два, может быть сейчас у них другая обложка, ну вот, код набора 6394, два маленьких лисенка, если я правильно понимаю, ну по логике вещей. Вот такая красота. Все это, как всегда, было вот в пакетике с кнопочкой. Хороший пакетик. Уже туда-сюда убираю, вставляю набор, и ничего с ним не происходит. Мне нравится. И у мамы нашла нитевдеватель простой русский, не китайский. И он шикарен. Я его вот так специально складываю, чтобы он подольше проходил. Но он, по нему видно, что качество хорошее. Ну хватит-то. Ничего. Наш мини-огород. Даже микро, я бы сказала, огород в этом году. Потому что со всего участка осталось только вот это и все. Там Атайка и станет будка с девочкой, да, невесту привезут Атайке, девочку. Вот. А остальные просторы еще не освоены. Видела, ягодка жимолости. Уже начало июня, первые числа. Вот. Наш парничок. Помидорок не так много, но урожая не хватает полноценно вот на наши три семьи. Мы еще друзьям раздаем. Это все вырастет, вытянется доверху. И будет большим и хорошим. Здесь как бы прихожка. Но мама прихожку обычно не оставляет. Что-нибудь здесь будет. Почему-то белеют листики. Надо спросить. И солнечные очки. Для чего-то. Был другой парничок, его сломало. Этот усиленной конструкции. Огурчики у нас живут в закутке. В этом закутке им нормально. Им и ветра не ветра, и нормально все. Как бы они закрыты, защищены. И то мама бутылками поначалу накрывает, потом уже все. Сейчас привыкнут чуть-чуть. Хорошие огурчики наши. Цветут. Может быть, кому-то будет полезен этот обзор. Может быть, кто-то видел такие наборы. В Ашане они у нас есть. И вы думаете, купить или нет. Давайте вместе распечатаем, посмотрим, что там внутри, что вообще нас ждет. В принципе, рисунок несложный, только цветы. Три цвета, по-моему, бисера вот так навскидку.
наборе канва с нанесенным рисунком, бисер, игла, инструкция, леска. 15 на 15, ну, я так понимаю, что вот оно и есть. Ёжик с букетом полевых цветов. Если бы не было, кстати, вот напечатано на этом, то можно было бы даже как паспорту использовать при обрамлении сразу эту рамочку. Ну, кстати, эта рамочка может помочь, если вы будете сами делать паспорту. Схема. А больше бисера надо-то. Это я только цветы смотрела. А бисера гораздо больше. 8 цветов. Это уже гораздо интереснее, чем казалось на первый взгляд. Инструкция. Насколько она подробная? Ну, в принципе, очень подробная. Как шить, как делать направление ряда, как переходить на следующий ряд. Все показано, все рассказано. Вот что с изнанки, что с лица должно быть. Так что даже если не я буду объяснять, то она должна все понять. Хотя у нее две бабушки, на самом деле, которые тоже умеют. Мне очень нравятся уже иглы. Они, несмотря на то, что бисерные, ушко довольно-таки такое нормальное и длинное. Для ребенка самое то. Лески, конечно. Этой леской можно рыбу ловить. 6-метровой удочкой много положили лески. Так, это картонка, это просто картонка. И что у нас здесь? В одном большом зип-пакете маленькие целлофановые пакеты, не будем их уже раскрывать. Красивые три розовых цвета. Зеленый блестящий. Есть матовые, есть глянцевые разные бисеринки. Я надеюсь, ей понравится. Еще я пяльцы привезла маленькие прямо под этот набор. Поэтому все должно получиться. Еще несколько слов. Этот набор можно будет постирать, потому что в инструкции написано, что рисунок нанесен водостойкими чернилами. И ручная стирка возможна, если совсем уж залапает. Человек, мастерица, как я люблю залапать все, что вот вроде руки чистые, но руки потеют, нервничаю, наверное. Вот. Так что не сильно, если тереть, то ничего не смоется. Но я бисерные наборы ни разу еще не стирала и как-то даже себе не представляю, как это делать. Вот таким будет наш домик в магазине, причем эта плитка вообще была очень контрастной, темно-шоколадная и белая, почти бежевая. А на стене... Дай, повыше, дай. Кто? Давай, дай мне повыше, вот так. Давай, оп. Ой, не туда. Давай. Злой бульдог. Ой, Олеся. Ну мимо. Дай. 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 Дай.
Ну да, пожалуйста. Дай мне. Дай мне повыше. Она любит вот так. Дразнить она любит. Давай. Мне дай. Дай мне. Подними, пожалуйста. Дай мне вот так. На тебя утка гавкает. Перекусила шею. Шею перекусила, бульдог злой. Дай. Дай, дай. Ой, дай. Прям тыкает мне в коленку. Давай, говорит, играй со мной.